опять. Беги туда обратно, раз сразу не побежал. Все, назад. Со всех ног. Бери грабли, греби, сюда фотографируй с граблями. Вот это вот фантастика. Вот наши ребятишки идут, возили веточки на костер. Ветки на костер. Ваня, ниже опусти! Там Андрей тоже работает маленький граблями. Началось там. Ура! Мы приехали! Не ура, а слава богу! Какой ура-то? Да еще только начали работать. Чего же вы так? Ага. Раскисли-то уже. Дядь Вов, можно мы с Викой своим переоденемся? Нет, конечно. А приобуться можно? Ты нас спрашивай, Володя, что вы делаете? Что вы делаете? Ну что делать? Мусор соскребает Андрей. У него хорошо получается. Фамилию скажи как? Скрынник. Громче. Скрынник. Скрынник. Вот. Ну а мы что? Володя обрубает веточки зеленые, сучки. Ну а я тут по силам стараюсь шкурить. Это шкурить означает вот шкурку снять, чтобы она дерево не гнило. Вот одну уже бы ободрали, посмотри. Ну и остальные также сделаем. Вот так. Так, все, Андрюша, положи грабли на место, иди играй. Ваня, ну иди сюда. Сейчас попризем. Ваня! Где ребята, которые были? Ну-ка всех сюда бегом! Ребята! Вы пришли с работы и не доложились. Быстрее! Сколько вас там было? Раз, два, три, так, бегом. Штук семь, штук восемь. Вам восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну так семь и есть. Не хватает Леониды. Их отправили переобуваться. А где они? Их отправили переобуваться. Обуваться. Так, Ваня, да. Ты старше отвечаешь за всех. Мне показалось, что вы там долго были. Мы там ветки перетаскивали. Я знаю, перетаскивали. А что там сидели-то? Отдыхали. Отдыхали. Там не отдыхают. Отдыхают только здесь. Ты сам начинаешь командовать уже. Я тебя должен снять с должности тогда. Так нельзя. Ты самостоятельно не сказала, а может там отдохнуть? Я скажу, нельзя. Когда приедете, тут отдохнете все вместе. На качели. Понятно? Да. Это нельзя превышать свои полномочия. Все. Идите, попейте воды и качайтесь, играйте. 15 минут, заметь. Переобуться еще надо. А? Переобуться надо еще. Переобуйтесь все. Могут босиком быть. Да я не уезжаю. Могут быть босиком. Чего ты застонал-то? Ходи босиком. Босиком что ли надо? Да, да, можете босиком. А где Вика? Вика.